Усилить поддержку старшего поколения поможет новый закон о ветеранах, так считают общественники Мангистауской области. В регионе проживают 11 участников войны, еще 970 человек ковали победу в тылу. Сейчас в регионе работают 7 организаций, ведущих мониторинг социально-бытового обеспечения ветеранов. Две из них находятся в Актау, остальные в 5 районных центрах. К примеру, благодаря их работе ветераны войны и тыловики ежегодно выезжают на лечение в санатории. Большинство ветеранов живут на одну пенсию, поэтому нуждаются в дополнительной поддержке. Сейчас им помогает партия Нур Отан и волонтеры в рамках акции «Безбергеміс». В законе предусмотрена такая поддержка ветеранов на регулярной основе, так как увеличили список льгот.